Горностаев можно встретить повсюду в английской сельской местности, где они охотятся на свое излюбленное лакомство – кроликов. Но когда за добычей угнаться не так-то просто, эти животные прибегают к неожиданной суперсиле. На охоте горностай сходит с ума. Такое сумасшедшее поведение привлекает внимание кролика. Как же можно просто так пройти мимо перевозбужденного горностая? Кружась, подпрыгивая и извиваясь, горностай подбирается все ближе и ближе. Но кролик все так же стоит, как вкопанный, до тех пор, пока не будет уже слишком поздно.